Замминистра обороны Соединенных Штатов Америки Роберт Уорк считает, что Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы ответить военными средствами на действия России и Китая. По мнению Уорка, необходимо активно использовать в отношениях с этими странами дипломатические средства. Однако не исключается возможности военного ответа на любые действия, предпринятые против наших союзников, сказал Уорк. Напомним, в эти выходные в своем традиционном обращении к нации Барак Обама заявил, что США намерены и дальше играть ведущую роль в решении важнейших международных проблем, в том числе и кризиса на Украине.